У нас сегодня юбилей. Мы находимся... Это у нас зал цветочный. Он находится в том же зале, в котором у нас была свадьба 2 недели назад. Давайте немного вам зал покажем. Вот такой вот зал. Диджейку я поставил уже, как всегда. У нас расставлены аплайты. Там закуток. Наташа приехала. Наташ, привет! Привет! Вот, кстати, у нас гости, у нас такое ответвление вот в зале есть. И гости у нас будут сидеть вот здесь. А вся основная программа будет проходить здесь. Здесь, кстати, у нас здесь будет находиться стол, на котором будет... Как это правильно называется? Горка из шампанского. Вот Наташа мне подсказывает. Вот, кстати, вы спрашиваете, почему я так близко ставлю колонки друг к другу. А куда их поставить, если туда у нас проход? Можно, конечно, вот здесь поставить, но я боюсь, что официанты постоянно будут спотыкаться. Либо упадет колонка, либо официант. Но официантов не жалко. Один интересный факт. По взаимодействию iPad'а и Behringer'а. У iPad'а внизу находится магнит для крепления ручки, а Behringer Flow 8, он металлический и очень плотно примагничивается и никуда не двигается, не падает. Имейте в виду, очень прикольная штука. Вот, друзья, смотрите, специфика. Готовят уже фонтан. Как это правильно называется? Я опять... Пирамида из бокалов вообще будет. Пирамида шампанского будет. Смотрите, красиво как. А это внутри ликер или что? Сироп. Просто сироп, ага. Так, друзья, вы часто спрашиваете, что за программа Snap и Jungle Palette. В общем, программу Snap я использую для того, чтобы устанавливать отбивки и всякого рода подложечки. Сейчас загрузим плейлист, который я сам для себя сохранил. Вот такая программа. Кстати, каждый пэд можно выделять отдельным цветом. Здесь у меня я пользуюсь ими как отбивками. Вот, например, запускаем. Когда вы переключаетесь на другую отбивку, это автоматически затухает. Затухание можно установить вот здесь, вот этим бегун, входной и выходной затухание можно установить. Здесь бегунок громкости. Вот смотрите, как работает. Вот, собственно, такая программка очень полезная в работе. Здесь у меня накидано по плейлистам. Здесь их очень много можно создать. В общем, программа несложная, разобраться очень легко. Ссылочку на программу можно скачать, кстати, с официального сайта. И ссылку на эту программу я оставлю в описании. Кстати, есть похожая еще программа, это Jungle Palette. Вот такая. То есть, либо Jungle Palette, либо Snap. Давайте покажу Jungle Palette. Она очень похожая. Здесь то же самое, плейлисты переключаются. Но мне все-таки удобнее пользоваться снэпом. За это с вас большой пальчик вверх и подписочка. Ребят, никогда не снимала святая святых, но теперь решила все-таки заснять, вот как это происходит. Нет, это понятно. Ну, просто видишь, все в зеленом цвете. Видишь, вот туда все в зеленом цвете, он тоже должен быть зеленым. То, что происходит за кадром. Ой, я не знаю, здесь куча всего. И контроллер, и ноутбук. У нас теперь еще появился iPad. Ну, неужели? Тринь! Я поняла. Каждый раз, на каждое мероприятие, чтобы вы понимали, на каждом мероприятии у нас появляется какой-то новый гаджет. И важно, что это контроллер, пульт, Apple или... Вот эти вот прекрасные iPlay. Мы постоянно растем и развиваемся. Это залог успеха. Молодец! Что скажешь моим подписчикам?
Я вас люблю. Это все, что ты можешь сказать в ответ. И это абсолютно правильный ответ. Как вы думаете, жена это родственник или нет? Я говорю, ну в юридическом смысле да. Серёг, подкалывай. Можно. Смотри. Пока все пошли пускать салют, у меня тут помощник маленький. Когда на него спотовый голову попадает, хороший эффект получается. С днём рождения! Блин, пойдем собирать уже. Да, я устал, я оглох. Скорее всего, надо уже покупать беруши. Итак, друзья, все, мероприятие закончилось. Юбиляр доволен, гости довольны, все натанцевались. Я оглох. Был салют, была горькая салют, шампанского, был, угу. Все было отлично. Угу. Она все сказала. Пока.